Всем привет, кто смотрит, кто подписан, кто будет смотреть, кто будет подписываться. Решил окончательно добить эту тему по кораблям, потому что были несколько комментариев, которые говорили, что транспортное положение вот так, это неправильное транспортное положение. Транспортное положение, таких грабель ровно в ряд. А в таком вот положении это пятиколесный, который 7, наверное, и 3 захват навесных граблей. Кроме этого, да, нам правильно в комментариях написали, что у нас стоит в транспортном положении. Вот эта вот пластина, она стоит вот здесь. Там даже вот набито. Сейчас мы поставили так. Да, они стали больше копировать, как бы, почву, то есть поле. Но прикол в том, что если навеска всегда опущена на одном уровне, а почва неровная, грабли уходят вверх, то есть вот до этого ограничителя, и колеса опять же начинают выгибаться, и этот и начинают опять ломаться. То есть вот такие вот трещины происходят. Так что, в принципе, все, что я хотел сказать, дополнить по данным гравлям. Гребут они нормально. Нас все устраивает. Да, хотелось бы их сделать навесными, но пока не стоит такой задачи у нас. Сенокоса как не было. Вчера дождь фигачил. Сегодня после обеда передают. Сейчас поедем ворошить в поле. И я покажу, как данные грабли ворошат. То есть положение ворошения, как они работают. А вот так он где-то поднимает. Сено это все ворошили. Не знаю, сегодня получится закатать или нет, сыроват. Не хватает солнца. Не хватает. Ну вот они вот так ворочают сено. Положение ворошения. Ворочаем уже второй раз, то есть вообще сыро не просыхает,
этот вчера ворочили. Сегодня хотим сгребсти и посмотреть, может быть, как-то обдует, но вот он, сам процесс, вот как они кидают. Так что как-то вот